Не, это там такая она, тарелка. Она постоянно как-то уменьшает просто газ плавно. И определенно там селёк горит. По всей горелке. И вот она уже это, ну, прогрела. Я тут ног-то не делаю, 40 градусов там, где-то 42. Я представляю, что это такое. Надо работать. Работа такая, что это. Транта, прием. Хоть будет куда в туалет сходить, да, прием. Доброе утро. Я Роман Васильев, 6-й. Антон Николаевленов. РВСС Антон Николаевленов. 5-9 принимаю. Виктор Кровоской. Прием. Пятерка-девятка. Ну, тут у меня уже помеха местная какая-то. Что-то какой-то блок питания, что я рычит немножко мешает тебе уже. Ну, у нас день дельской уже, Светлана. Алексей Катафановск на прием. Понятно. Третий Павел, Елена Леонидовича. Доброе утро. Вам 5-9, Владимир, город Донской, прием. Да, город Донской, прибрал. Думал, ну, говорю, ты вообще кошмар, я что ж? Валер, ты мне обратно прием. Да, ну все будет. Сейчас в моя сеня, опять в больницу повезу. Сейчас в больницу повезу, может. Это как его называют, то на гипс не вот уже второй месяц пошел гипс. Слышишь, Николай? Ага, спасибо. Эдва Гамра, привет, Сергей Николаевич. Доброе утро, приветствую тебя. Рухлая, здравая. Здорово. Здорово, хорошо.